Городские фонтаны ждет ремонт. По региональной программе «Народные инициативы» в 2018 году на реконструкцию выделено 15 миллионов рублей. Еще 5 направит муниципальный бюджет. Средств должно хватить на все 5 объектов. На Аллее Любви, в парках «Нефтехимик» и «Современник» подрядной организации предстоит восстановить гидроизоляцию чаш, исправность водопроводных систем и заменить плиточное покрытие. А в сквере «Пионер» за Дворцом ветеранов Победа будет возведен новый фонтан. В самом плачевном состоянии сейчас находится чаша в парке строителей. Она не функционирует второй год. Гуляя с ребенком, охота показать, что там вот водичка, что-то плещется. Чистота нужна в парке. Очень плохо, что он здесь не работает сейчас. Он разваливается, ну, в прямом смысле слова. У него все обрушено. И учитывая, что парк в центре города, он не должен быть таким. Кроме ремонта фонтанов, подрядчик приведет в порядок прилегающую территорию, установит парковые фонари, скамейки и урны.